Разовые маршрутные карты системы «Платон» отменены с 15 апреля. Водители большегрузных авто не смогут передвигаться по картам сроком на 7 дней. Теперь для проезда по федеральным трассам необходима регистрация в этой системе. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Напомню, разовые карты оформлялись по упрощенной схеме. Они были открыты для тех, кто решил отложить обязательную регистрацию и для удобства иностранных перевозчиков. На сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано более 500 большегрузных транспортных средств. При этом работают свыше 20 тысяч машин.